Еще одна филиппинская стройка. Буквально вчера они начали. Хотят делать навес для парковочки. Вот, размечали вчера и долбили ямки. Выдолбили и тут же залили. Поставили столбики, натянули ниточки, распорочки. И 6 столбиков сделали за 2 дня, пока вот это все сделали. Ну, если честно, работать на такой жаре, я вот махать кайлом под солнцем, это уже выше всяких похвал. А доски сделаны вот из пальмы. И бруски тоже свалили. Раз пальму. И 2 пальмы.